Ускоряйся, вспыш! Болтики! Я пытаюсь ехать быстрее, но... кажется, что-то меня замедляет! Ой-ой! Это воздух вокруг нас! Воздух замедляет нас, когда мы пытаемся ускориться! О, это воздух вас замедляет! Что ж, для меня это не проблема! Смотри, воздух обходит вокруг быстрогона! Ему не нужно так напрягаться! О, ты не можешь догнать меня, вспыш! Какая жалость! Я поверить не могу! Быстрогон просто уехал! О, не переживай, вспыш! Ты сделал, что мог! Но я не сдамся! Я догоню этого быстрогона и заберу у него ключ! Только я стану аэродинамическим! Аэродинамические предметы могут легко проходить через воздух! Смотри, когда я ускоряюсь, мне становится сложнее преодолевать сопротивление воздуха. Это потому, что форма пикапа не очень аэродинамическая. Но что, если изменить форму на более гоночную? Мы можем уменьшить мои колеса, округлить переднюю часть, а заднюю сделать красивой и гладкой. Ого! Весь воздух обходит вокруг этой формы. Она аэродинамическая. Вперед! Давай превратим меня в аэродинамическую гоночную машину! Чтобы превратить меня в гоночную машину, крикни: «Гоночная машина! Гоночная машина!» Ого! Получилось, вспыш! О, да! Теперь давай узнаем, как быстро может ездить эта машинка! Смотри! Вон и быстрогон! Он направляется к той горе! Это не гора! Это вулкан! Вулкан! Все кончено, Быстрогон! Пора отдать нам этот ключ! Ха! Может, ты и быстрее меня, вспыш? Но я никогда не отдам тебе ключ! Он бросил ключ! И тот летит прямо в лаву! Есть лишь один способ его перехватить! Нужна суперскорость! Чтобы придать мне суперскорость, крикни! Гони! Гони! Я поймал его! У-ху! Да! Теперь нам только осталось отвести этот ключ друзьям. У-ху! Летун! Эй, двое героев! Я подумал, что вас нужно подвести. Летун, ты как раз вовремя! Я лечу! Следующая остановка – гоночный город! Эй, ребята, смотрите! Вспыш и Эйджей вернулись! И у нас есть ключ! Ура! Конструируем гоночные машинки! Гладкие шины! С
супермощный двигатель! Аэродинамический кузов! Теперь, чтобы превратить меня в гоночную машину, крикни: «Гоночная машина! Гоночная машина!» О, да! Круто! Ух, я тоже должен попробовать! Я смельчак! Я гоночная машина! Заводите моторы, проверяйте рессоры. Гонка до Орлиного камня без остановок. На старт. Внимание. Марш! Машинки, жми на газ! Я слышу, как птицы щебечут. А я слышу, как квакают лягушки. Зэк слышит, как пилит пила. Пила? Но кто будет пилить посреди гонки? Крушила! Вот уж такого запила вы не ждали. Получите. Ого, эта речка течет так быстро. И она уносит нас все дальше и дальше от гоночной трассы. Ой-ой, а как остановиться? Нам нужно что-то, что может заменить якорь. Да! Если лодка опускает якорь в воду, якорь зарывается в дно и замедляет лодку. Эй, парни! Я знаю, что нам использовать как якорь. Этот ключ! Отличная мысль, Старла! Давай проверим, сможет ли ключ остановить нас. И поехали! Ха! Смотри, гаечный ключ зарывается в дно реки. Мы замедляемся! Проверим нашу скорость. С якорем из гаечного ключа наша скорость снизилась до этой цифры. Что это за цифра? 8, верно! Но чтобы встать, нам придется снизить нашу скорость до нуля. Попробуем еще что-нибудь. Нам нужен еще якорь. Что-то, что зароется очень глубоко. И лучше найти его скорее, потому что мы плывем прямо к тому водопаду. Эй, ребята, а как вам такой якорь, а? Лопата! Да, я уверен, она прямо закопается в дно. Лопата пошла! Лопата зарывается глубоко. Посмотри, теперь наша скорость снизилась до этой цифры. Что это за цифра? Это ноль. Смотри, мы остановились. Да! И посмотрите, что там внизу. Это гоночная трасса. Вперед, все за мной. Смотрите! Вот и он! Орлиный камень! Ух ты! Простите, улитки, но эту машинку уже никто не обгонит! Ну вот! Крушила уже почти на финише! Похоже, пришло время включить суперскорость! Да! Да! Чтобы придать нам суперскорость, крикни: «Гони! Гони!» И вот и линия финиша! Я почти победил! Что? Самое главное, мы сделали это вместе. Машинки, жми на газ! Приготовься к мощному взрыву! Сгоранию! Отлично!
Отлично! Мы справились! Нужен еще всего один выстрел из пушки! С малым зарядом для сгорания мы приземлимся здесь. А с большим зарядом мы приземлимся здесь. Какой заряд нам нужен, чтобы попасть на берег? Малый или большой? Большой заряд! Да! Поехали! Последний большой взрыв и... Сгорание! Лагуну крокодилов! Точно! Это был настоящий взрыв! Давай! Перед нами пиратский пик! Ух ты! А он крутой! Нужно как-то попасть на вершину до того, как вернутся большероки! Эй! Знаешь, как туда можно добраться очень быстро? На ракете! Да! Ракеты используют сгорание, чтобы делать сильные взрывы, которые подбрасывают ее высоко в воздух! Отлично! Я ракета... Чудо-машинка! Чтоб мне лопнуть! Ты же и впрямь ракета! Ой-ой, это пираты-большероги! Они вернулись! Скорее, поспешим со взлетом! Отсчет до начала сгорания 5 секунд. Считай с нами. Начнем с 5. 5, 4, 3, 2, 1. Сгорание! Теперь мы можем забрать сокровище. Согласно карте, сокровище зарыто под большим крестиком. Точно! Там же всегда ставят крестик. Крестик должен быть где-то здесь. Где ты видишь крестик? Да, вот он! Ага! Сокровище закопано прямо под ним! Давайте копать! Придумал! Используем суперскорость, чтобы откопать сокровище супербыстро! Чтобы я начал копать супербыстро, крикни: «Гони! Гони!» Смотри! Это сокровище! Мы нашли его! Откроем его и посмотрим, что внутри. Хорошо. Открываем. Ух ты! Ого! Класс! Выхлоп! Оно превращается в огромный гоночный трек. Ух ты! Потрясающе! Сокровище для гонок! Пасть акулья! Это же золотой трек! Вперед, команда! Давайте прокатимся! Да! Сделаем это! И на старт! Внимание! Давай взглянем на двигатель. Извлекаю двигатель. Как
Кажется, там что-то застряло. Похоже, это хот-дог. Это хот-дог? О-хо-хо! Огурчик, вот же он! То, чего я хотел всю свою жизнь! Понимаю, этот хот-дог выглядит очень вкусным. Нет, да не хот-дог! Двигатель! Двигатель суперскорости! О, нет! Двигатель суперскорости! Крушила! Это мой двигатель! А вот уже и нет! Твоя суперскорость будет у меня! Но, Крушила, ты не знаешь, как работает суперскорость! Конечно же знаю! Для этого надо просто сказать слово «Гони!» Ой-ой! Мой двигатель улетел на вершину горы! Двигатель! Мне нужен двигатель суперскорости! О нет! Крушила хочет забрать его! Нельзя дать ему это сделать! Я буду на вершине горы раньше него! Эй! Это странно! Почему я не двигаюсь? Потому что у тебя нет двигателя! Без двигателя ты не можешь ехать! О, нет! Что же нам делать? Ну, пока я не верну двигатель, надо придумать, как мне передвигаться. Нам нужно ускорение! Ускорение! Да! Ускорение заставляет предметы двигаться. Обычно для ускорения вспыш используют двигатель суперскорости. Он создает импульс, который толкает вспыша вперед. Но сейчас у меня нет двигателя. Для ускорения нужно что-то еще. Эй, я знаю! Используем огромный шарик! Теперь, когда я выпущу воздух из этого шара, мы получим... Ускорение! Крушила почти на вершине горы! Он сейчас схватит двигатель суперскорости! Я должен вернуть двигатель раньше, чем он его заберет! Но как, Вспыш? Ты не можешь ехать! Не могу ехать. Но, может быть, я смогу лететь! Лететь? Я получу ускорение для полета от пропеллеров! Ого! Скорей, соберем их! О, да! У меня есть ускорение! Наконец-то двигатель суперскорости станет моим! Что? Прости, Крушила! Этот мотор принадлежит мне! Нет! Нет, 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 нет! Осталось только одно – вернуть мой двигатель на место! Отлично! Хо-хо-хо! Да! Молодец, Вспыш! Ты наконец вернул двигатель суперскорости! Давайте еще прокатимся и добавим суперскорости! Чтобы придать мне суперскорость, крикни: гони! Гони! Ой, кажется,
Кажется, наш мячик застрял на дереве. Не бойтесь, обезьянки, я его сниму. Тигриные когти! Достал! Эй, обезьянки, ловите! Нужно вернуться к игре и... Ой-ой! О, нет! Рык, ты там в порядке? Похоже на то, да. Вот это падение. А, Рык, с твоим колесом что-то не в порядке? С моим колесом? Оно пробито! Ну вот, я же не смогу вылезти из ямы с пробитым колесом. У Рыка большие проблемы. Мы должны помочь ему. Я поменяю колесо, но сначала надо достать его из этой ямы. Слушайте, нам звонят. Вспыш, Эйджей, Гэбби. Это Рык. Ребята, кажется, у меня неприятности. Выступ, на котором я стою, осыпается. Поспешите! О, нет! С пробитым колесом Рык не сможет оттуда спастись. Держись, Рык! Приедем так быстро, как сможем. Надо успеть к Рыку раньше, чем осыпется выступ. Команда тягача, время использовать суперскорость! Чтобы придать нам суперскорость и доехать до Рыка супербыстро, крикни: гони! Гони! Мы примчимся на помощь, ломаться и до дома дотянем. Мы примчимся на помощь, есть мощность всю готовый атаки. Мы примчимся на помощь. И ты теперь тягач? Держись крепче! Мы тебя оттуда вытащим! Давай, Вспыш! Ты справишься! Нужен крутящий момент! Нам удастся вытащить Рыка наверх, только если мы увеличим наш крутящий момент! Нужен крутящий момент, равный сотне! Ого! Считай с нами! До сотни десятками! Повторяй за нами! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! Вспыш, ты спас меня! Дай сыну! О, да, я ж почти забыл. Мое колесо пока пробито. Не бойся, Рык, мы мигом заменим твое колесо. Ну что, команда тягача, пора за работу! Все лучше старого! Он здоров! Рад за тебя, Рык! Хорошо, что ты в порядке! Отличная идея, обезьянка! Раз уж все вы здесь, мы сыграем с вами в мяч! Отлично! Лови! Отличный пас! Я поймал, поймал! Давай, пора ускориться, скорей вперед, нельзя так медленно. Давай, пора ускориться, быстрее ехать и просто.
еще быстрее. Еще быстрее, да ускорение. О, эй, что это там такое? Нет, смельчак, осторожно! Ой-ой, держись, смельчак! О, спасибо, Вспыш! Ой-ой, эта машина делает новые трещины! Давай, скорее! Эта трещина все ближе! Нужно ехать быстрее! Ускорение! Переключаюсь на спортвизор. Чтобы ехать быстрее трещины, мы должны набрать эту скорость. 13. Сейчас спидометр показывает только 8. Это достаточно быстро? Нет, надо ехать быстрее. Считай с нами до 13. Начни с 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13! У-ху! Мы справились! Землетряс еще одну трещину сделал, и она движется еще быстрее! Чтобы обогнать эту трещину, на спидометре должна быть скорость 20, а сейчас она 13. Это достаточно быстро? Нет! Быстрее! Она приближается! Помоги ускориться до 20! Считай с нами! Начни с 13! 13! 14! 15! 16! 17! 18! 19! 20! О, да! Трюкомания! Мы идем! Ха-ха-ха-ха-ха! Трюкомания прямо передо мной! Похоже, я первым проеду по супертреку! Да. Ну что, сейчас может пойти не так? Что ж, парни, кажется, что никто не проедет сегодня по этому супертреку! Погодите, кто-то едет! Это Смельчак! Он вернулся! Да! Он все-таки сделал это! Он успел! Да! Я же говорил, что он успеет! Удачи тебе, Смельчак! Теперь ты можешь наконец проехать по супертреку! Спасибо, Вспыш! Но ты знаешь, мне что-то больше не хочется исполнять эти трюки в одиночку. Почему же, Смельчак? Потому что я хочу проехать по супертреку с вами! Вы мои лучшие друзья на всем свете! Ну что, что скажете? Да! Я с вами! И они поднимаются! Смельчак и Вспыш на вершине супертрека! Супертрек! Мы идем! И поехали! И вот они едут бок о бок по петляющей петле! Им остался последний поворот! Они приближаются к горящей звезде! Справятся ли они? И да! Я Смельчак! Держу. Смотри, вот и воздушный шар. О-оу, но он летит над водой. Нам надо придумать, как догнать его по воде. И скорее. Я знаю, что нужно. Самая быстрая лодка во всем мире. Лодка-глиссер. Да, помогите нам превратить меня в такую лодку. Сперва нужен корпус-экран. Он держит лодку-глиссер высоко над водой. Чтобы создать его, скажите «корпус-экран».
корпус и кран. Затем мне нужен пропеллер. Он вращается и толкает глиссер вперед. Чтобы создать пропеллер, скажите: пропеллер! Пропеллер! И, наконец, нужны два мощных двигателя, чтобы глиссер двигался очень быстро. Чтобы создать двигатели, скажите: двигатели! Двигатели! О, да! Я чудо-машинка! Лодка-глиссер! Ух ты! Запрыгивай, Эй-Джей, и поддай-ка нам водной скорости! Отлично! Ого! Откуда же могли прилететь эти ядра? А я знаю откуда! От тех пиратов! Открыть по ним огонь! Пираты любят топить корабли! Но нас им не потопить! У меня есть одна идея! Смотрите, видите скалу в воде, похожую на трамплин? Да! Если мы хорошенько разгонимся перед трамплином, то перепрыгнем корабль пиратов! Скорее! Давайте попробуем! Включаю проектор спидометра! Чтобы перепрыгнуть их корабль, нам нужна будет скорость в 30! Считайте до 30 десятками! Повторяйте за мной! 10, 20, 30! Отлично! Мы перепрыгнули красного пирата! О нет! Крушилый огурчик врежется в слаймовый вулкан! Выхлоп! Если мы хотим их спасти, надо ехать быстрее! Давайте увеличим нашу скорость до 100! До 100? Ого! Мы еще не ездили так быстро! Но мы справимся! Ведь у нас есть суперскорость! Чтобы придать нам суперскорость, скажите: гони! Гони! Посмотрим на спидометр. Проверим, какая у нас скорость. Эта стрелка показывает на 100? Да! Держитесь, крушилый огурчик! Праздник шаров, мы идем! Вернулись! Ура! Мы спасены! О, спасибо, спасибо, спасибо! О, не за что, огурчик! Вспыш! Как же я счастлив! Я, кажется, сейчас крепко тебя обниму! Ха-ха-ха! Не за что, крушил! Звездные гонщики! Запускайте ракетные двигатели! На старт! Внимание! Запуск! Три пара, ключ на старт, разгонись! И на орбиту! Среди звезд полетим впереди. Много открытий. Это космос. Раз, два, три. Сгоним через космос. Космос. Мы в межзвездной гонке. Космос, космос. Летим быстрее, чем у света. Мы до финишной черты. Космос. Космос.
И нас ботнули! Нас всех боднули эти звездные большероги! Ой-ой, это плохо! Нам не добраться до финиша, если не пролетим мимо большерогов! Не волнуйтесь, друзья! Мы одолеем этих большерогов! Да! Нам надо маневрировать, и тогда они не смогут бодаться! Для этого нужно ускорение! Сейчас двигатели создают ускорение, и мы летим вперед! Но если поворачивать двигатели, ускорение будет смещать нас или вверх, или вниз, или в любую сторону, куда мы захотим. Скорее, изменяем направление! Здорово! Отличный маневр, Вспыш! Ну, вперед, друзья! Все за мной! Помогите найти звездных большерогов, чтобы мы успели увернуться! Увидите звездного большерога, скажите: «Звездный большерог!» «Звездный большерог!» Повернуть двигатели! Прекрасно используйте ускорение! Остался всего один большерог! Помогите найти его! Увидите последнего звездного большерога, скажите: «Звездный большерог!» «Звездный большерог!» Повернуть двигатели! Ура! Отличное маневрирование, Эй-Джей! Чудесный полет, космический Вспыш! И смотрите! Видите ту планету? Там находится финиш гонки! О, нет! Крушила почти на финише! Я выиграю звездную гонку и стану чемпионом галактики! Я звездный Крушила! Чтобы придать мне и нашим друзьям суперскорость, скажите: гони! Гони! Я так близко! Осталось только сделать селфи себя победителя! Скажу... Мы победили! Мы справились! Мы выиграли звездную гонку! Ну что ж, гонка окончена! Но наши корабли все еще при нас! Да! Что скажете, если полетаем вместе еще раз? Согласна! Полетели! Смотрим через космос, космос, летим быстрее, чем у света, мы на финишной черте. Сокровище, мы идем! Эй, что смешного? Почему вы хихикаете? Я не хихикаю. Я тоже. Ха, видимо, это тот тип. Хихикающий страж. Болтики! Чтобы сдвинуть хихикающего стража, нужно очень много силы. Мы это сможем. Для этого нам... нужен импульс! Импульс – это сила предмета, когда он движется. У Вспыша есть импульс, когда он едет, но этого недостаточно, чтобы оттолкнуть огромного стража. Но есть способ дать Вспышу импульс побольше. Надо сделать его тяжелее. Ведь чем тяжелее движущийся предмет, тем больше его импульс. Эй, эта бочка сделает меня тяжелее! О, классная идея, Вспыш!
Чтобы оттолкнуть хихикающего стража, мне нужен импульс, равный 4. Это похоже на 4? Нет, это 2! Надо сделать вспыша тяжелее, чтобы его импульс был побольше. Оу, этот ботинок утяжелит его! Эй, вспыш, лови! А! Проверим мой импульс еще раз. Теперь похоже на 4. Да! Теперь у меня достаточный импульс! Затерянный клад! Мы идем! Эта пещера очень скользкая! Точно! А давайте покатимся вот сюда! Так мы выберемся из пещеры! Ня! Там кусачие кусты! А что, если покатиться сюда? Так мы выберемся из пещеры! Да! За мной, друзья! Скользим! Мы выбрались! Мы проехали суперскользкую пещеру! Точно! Ничто не помешает нам найти затерянное сокровище! Затерянное сокровище! Ух ты! За мной, друзья! Поспешим! Нам просто надо проехать тот мост, и мы сможем забрать сокровище! Ну, не знаю, смельчак. Что-то с этим мостом не так. Пока я вижу только мост, который длинный и прямой, и рассыпается. Он рассыпается? Выхлоп! Надо быстрее переехать мост, пока он не развалился. Нам нужна суперскорость! Да! Чтобы придать нам суперскорость, скажите «Гони!» Гони! Непроходимый мост! И ты знаешь, что это значит! Ты наконец увидишь затерянное сокровище! Конечно! Ух ты! Что же там может быть? Есть один способ узнать! Скорей! Откроем сундук! Хорошо! Открываю! Ого! Это же золотые шины! И смотри! У них крылья! Они могут летать! Ого! Не могу поверить! Затерянное сокровище – это летающие шины! Ух ты! А теперь мы тоже летаем! Это потрясающе! Вперед, друзья! Полетели!